Из Германии, Италии и Америки бизнесмены приедут в Челябинск на ознакомительную экскурсию. В первую очередь инвесторов с нетерпением ждут на предприятиях, готовых работать кооперационно. Такие предприятия есть, и в ближайшее время я буду посещать. Все руководители этих предприятий будут включены, естественно, в деловые делегации. Ответный визит иностранцев в нашу область рекордный по срокам. С момента возвращения челябинской бизнес-делегации из Америки прошло 2 недели. А на стадии подписания уже 2 соглашения. Кстати, успешное сотрудничество ЧТЗ и «Катерпиллер» – это будущее тяжелого машиностроения на Южном Урале.